Всем привет! Сегодня готовим тефтели с овощами. Идеальное блюдо к любому гарниру. Больше всего подходит гречке, рису, булгуру и макаронам. Для приготовления фарша я взяла 3 кусочка белого хлеба, залила водой на минуту и отжимаем затем воду. 600 грамм свинины и 1 крупная луковица. Пропускаем через мясорубку, через мелкую сеточку. Добавляем соль и хорошо отбиваем фарш, перекидывая с руки на руку. Формируем мясные шарики. Теперь приступаем к овощам. Нарезаем 1 луковицу, обжариваем на растительном масле с добавлением соли и сахара. Я взяла 1 килограмм сладкого перца. Нарезаем его небольшими кусочками. Два яблока. Семьсот грамм помидор, соединяем все в сковороде и нарезаем также 1 острый перец. Добавляем соль 1 столовую ложку, перемешиваем и готовим минут 10, пока мы будем готовить мясные шарики. Тефтели обжариваем на растительном масле с двух сторон. Соединяем овощи с тефтелями в кастрюле, добавляем половину чайной ложки зиры, пару лавровых листьев. Готовим еще минут 15 и подаем с любым гарниром. У меня сегодня гречка. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кухня на Любой Вкус. Всем приятного аппетита и до новых встреч!